Ночью во вторник в Иванове полицейские задержали трафаретчика. В управлении МВД сообщают, что тот разрисовывал стены зданий рекламой криминальных интернет-платформ. Поймали его около 2 часов ночи и доставили в дежурную часть. Наряд патрульно-постовой службы батальона ППС города Иваново. Сотрудники этого подразделения обратили внимание на человека, который показался им подозрительным по вполне понятным основаниям. В руках у него был баллончик, как раз похожий на те баллончики, которые содержат эту краску. Какое-то время они за ним понаблюдали, после чего задержали. В ходе личного досмотра у гражданина этого был изъят еще один баллон, большое количество, несколько десятков насадок для краски, вот эти распылители, и 2 трафарета, собственно, соответствующего содержания с рекламой вот этих вот криминальных интернет-магазинов. Трафаретчик – уроженец Сочи. Ему 32 года. И около 5 лет он уже живет в Иванове. Известно, что ранее он был уже судим по 228 статье за наркотики, а также по 159 за мошенничество. Сейчас с трафаретчиком работают сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Пока что в отношении него не определена мера ответственности. Решение будет принято в ближайшее время. Он признал то, что он этим занимается, потому что не признаться в его положении – это история такая как безнадежная, потому что у него очевидные вещественные свидетельства его деятельности были изъяты. Как идет борьба с криминальными надписями и вандальными росписями на зданиях в областном центре, а также кто и сколько чаще всего платит за изуродованные стены, расскажет Наталья Сергеева.